господа, для вас поет Лариса Грибалева. Очень безумно просто приятно было выступать сегодня на «Песни года», потому что мне очень нравится эта премия. И большое спасибо, что кто-то уделяет нам, артистам, внимание, тем более, когда дарят такие вот дипломы победителей. Песня мне безумно нравится, она называется «Не обижай меня», и написал ее Саша Немо. Всех с наступающим Новым годом, поздравляю вас и желаю, чтобы все у вас было хорошо. С Новым годом!